Всем привет! Ну что, сегодня новый день. Надо так вот видосики пилить. Пилить надо видосики. Смотрите, тут что сделали. Тут сделали вот такой переход. Но по нему очень сложно пройти, потому что очень крутая вот эта вот конструкция. О боже, я еле-еле тут забираюсь. Не знаю, можно долбануться, наверное. Смотрите, как круто. Оно еще и припорошено снегом. То есть, смотрите, тут какой-нибудь старикашка-то. Ой, ёпты. Может, смотрите, долбануться конкретно. Так, ну что, озеро замерзло, наше любимое, возле которого можно было устроить пикничок. Так, тут новую вот эту вот соорудили. Как, теплотрассу старую спилили, убрали. Короче, и там тоже, говорят, вот там вот будут тоже дальше заниматься ремонтом. Так, что у меня, короче, заряда совсем мало. На улице холодно, поэтому я буду короткие такие включения. Все будет хорошо. Жизнь прекрасна. Семья тебя любит. Вот такие вот радостные плакатики повешены в городе. Ну, как бы хотелось надеяться на лучшее, но посмотрим. О, смотрите, что происходит. Я давно такого чуда не видел. Ха, смотрите. Ручное управление. Что, электричества нету, что ли? Обалдеть. Короче, пока тепло у нас. 4-2 градуса на улице. Надо походить, поснимать, я думаю, да? Блин, только печально, конечно, то, что я телефон не зарядил. У меня там 20% было. Сейчас уже ниже. Так что краткие такие включения буду делать. Смотрите, какие тут наледни. Вообще гололед конкретный. Машину накатали. Вот. И вот здесь вот такой здоровый дом под Дзержинского. Во, видали, да? Здоровенные тут машины. И вот обстановочка. Снежок. Я так понимаю, жить... Ой, господи, что я говорю? Я так понимаю, подписчики моего канала в основном любят смотреть вот Якутск. Да, в основном, правильно я говорю, да? В основном просмотров больше. Поэтому вот надо больше снимать Якутск мне, и так понимаю. А то там всякие Владивостоки, Сочи, совсем что-то слабо заходят. Совсем слабо заходят. Вот мы тут идем внутри двора. И, соответственно, видим здесь КПДшки, двухэтажки, вот эти вот еще старенькие, какие-то здесь гаражи, так вот хаотично наставлены, ну и будка вот с каким-то этим, опасно высокая температура написана. Так, куда нам пройти-то? Так пройдем или так пройти? Вон там. Тут какие-то эти, ну, дворы Якутска, вот деревяшка, как вы так любите смотреть. Может быть, ее скоро снесут, и она останется в истории в моем видео. Что-то делают они там.